как перейти из компании iWavy в компанию Access, а также какие возможности открываются перед партнерами компании iWavy после перехода в корпорацию Access. Всем привет! С вами Сергей Чураков, Россия, и Геннадий Хавуля, США. Вы сейчас видите кабинет компании iWavy. Здесь вы видите 4 инструмента. И мы вам покажем, какой пятый инструмент вас ждет при переходе в компанию Access. Тот инструмент был разработан совместно двумя компаниями, потому что в прошлом году Access приобрела весь инструментарий компании iWavy. Дорогие партнеры, когда вы зашли в кабинет iWavy, у вас с правой стороны должно быть сообщение о том, что до 30 июня у вас есть возможность перейти по ссылке такой-то и продолжить регистрацию в компанию Access Marketing. Естественно, там уже с абонентской платой от $10 в месяц. Но вот с этим переходом вы экономите активацию пакета VideoMeet. То есть все инструменты, которые были в iWavy, они теперь под новым брендом называются VideoMeet. Они переработаны, улучшенные и работают, конечно, лучше. Если у вас в кабинете нет с правой стороны сообщения о переходе, тогда сейчас Геннадий вам расскажет, что надо делать. Геннадий, вот что ты сделал? Вот ты, наверное, с суппортом связался? Да, здравствуйте, Геннадий. Я связался с суппортом, попросил прислать письмо на мой почтовый ящик. Я получил это письмо на почтовый ящик, и там вся инструкция, что надо сделать. Сейчас мы можем зайти на мой почтовый ящик и начнем прямо в эфире делать переход. Идем на почтовый ящик. А здесь есть письмо, оно уже открыто. И надо нажать просто на кнопочку «Начать». Смена сервиса. Переходим в компанию Access. Как раз обратите внимание на смену домена. Вверху домен checkout.access.com, videomeet.html. Такой же экран откроется у вас, если вы переходите из своего кабинета, кликая по предложенной ссылочке. Здесь предлагается несколько вариантов участия в переходе. То есть тариф базовый за $10 в месяц, тариф стандарт, бизнес, про 50 и про 100 за $100 в месяц. Два языка. Если вы понимаете на английском, оставляете по умолчанию. Если на русском, вверху Russian. Содержимое каждого из пакетов здесь расписано. Сейчас мы будем переходить на самый базовый минимальный пакет за $10 в месяц. Нажимай Order Now. Нажали Order Now. На этом шаге у нас развилка. То есть нам предлагает компания один из двух вариантов выбрать. Первый, кнопочка, если у вас есть аккаунт в Access Marketing. И вторая кнопочка ниже, если у вас нет аккаунта в Access Marketing. Что вы получаете на следующих шагах? Просто я с партнерами уже эту схему отработал. То есть, если вы выбираете второй вариант, то что у вас нет аккаунта в Access Marketing, тогда вы попадаете под в корпорацию Access под демо-аккаунт. В дальнейшем вам будет предложен какой-либо случайный спонсор, с которым вы хотите в дальнейшем быть прикрепленными за этим спонсором. Если же вы хотите именно правильно зарегистрироваться, вы знаете конкретного человека и хотите именно, чтобы он был вашим спонсором, надо написать в суппорт, либо позвонить в компанию и сказать, что я хочу работать именно с таким человеком, и указать его ID-номер, имя и фамилию желательно. Чтобы вот этих длинных телодвижений вам не делать, гораздо проще вам зарегистрироваться сначала в компании Access Marketing. Вам будет присвоен конкретный ID-номер. Естественно, вы регистрируетесь по приглашению вашего человека в Access. И сейчас мы будем проходить именно по короткому пути. Давай, Геннадий, кликай на первую ссылочку,
Кстати, если вы не понимаете английский, вы можете с правой стороны нажать на русский язык. На верхнюю кнопочку нажимай, то есть у тебя есть аккаунт в Access. Ну, да. Давай сделаем на русский язык, наши люди да, все да, не да, понимают. Да, конечно. Здесь все. Обратите внимание, сколько языков официально поддерживается. Так, а сразу вам скажу, ранее, почти год назад, я вошел в Access, познакомился с Сережей. Я имею аккаунт, но я не приобретал там никакие продукты, потому что ждал вот этого письма от IWOW с переходом. Итак, я имею уже Access аккаунт, я нажимаю на эту кнопочку. Так, одну секунду. Здесь вам предлагается ввести ID пользователя из Access и пароль от кабинета Access. То есть в Access вы регистрируетесь абсолютно бесплатно, чтобы получить именно ID-номер. Просто корпорация Access предлагает несколько продуктов именно для бесплатного использования. Так, входим. Окей. Выберите, мы получили страницу, выберите способ оплаты, контактная информация, электронная почта, кредит карт, зарегистрировать новую карту, поля, и здесь надо заносить карту. Правильно? Да. Здесь уже сразу вводят данные своей карточки, Visa либо MasterCard используется, и сразу же оплачиваете эти $10. Далее внесли данные по своей карточке, внизу была кнопочка «Оплатить» и «Продолжить». Вот «Оплатить» кнопочка. Так, мы видим с правой стороны заказ, 30-дневный базовый пакет. 30-дневный – это говорит о чем? Что мы имеем возможность возвратить. Так я понимаю? Возврат, да. Возврат здесь обычно, ну сколько, 3 дня на возврат было. Да, но вот... А 30-дневный, это значит, что мы оплатили $10 на 30 дней использования данного инструмента. А если мы захотим больше, тогда что? Тогда получается следующий раз мы оплачиваем 10 дней. А, то есть я могу каждый раз оплачивать. Да. Я понял. Отлично, хорошо. То есть это не автоматический режим, да? Нет, это не автоматически. И, ну, в принципе, там есть возможность настроить автоматически, чтобы списывалась абонентская плата. Но это уже в кабинете Access. Ну, тогда отлично. Это очень хорошо для людей, которые хотят попробовать и в эти 30 дней активно поработать. Это мне нравится. Там можно перейти на более серьезные пакеты с большим количеством людей, возможностей. И самая главная фишка, то, что не надо покупать именно активацию данного пакета. Да, потому это что очень... Активация стоит от $100 to $300, в зависимости от пакета выбранного. Да, это нам надо прекрасно понимать. Нам как раз дают такую возможность при переходе это сделать. А после 30 июня, я думаю, что такая возможность исчезнет. И вот второй плюс – это покупка пакета на какой-то период, чтобы не снимали деньги автоматически. Возможно, сегодня мы еще месяц поработаем, потом поедем в отпуск, мы не будем работать, потом мы будем заняты, а включим тогда, когда нам надо. Это мне нравится. Так, оплатить. Ну, вообще компания так лояльно относится к своим пользователям. То есть всегда можно какие-то вопросы в индивидуальном порядке решать. Итак, мы сейчас получили подтверждение заказа. Транзакция завершена успешно, и будут высланы подтверждения, приветственные письма на мой почтовый ящик. Как вы видите, вы только что сделали оплату в $10. Можно распечатать квитанцию по плате. И кнопочка «Вернуться в видео МИД-сайт». Там на почте есть несколько писем сейчас. То есть, либо они сразу приходят, либо вот в течение нескольких минут. Сейчас зайдем на почту. Как мы видим, на почте два письма. Обратите внимание. Добро пожаловать в видео МИД. Открываем. Так, письмо пришло. Читаем. Поздравляем с приобретением видео МИД. Ваша платформа
VideoMeet готова для использования. Для входа в ваш VideoMeet аккаунт зайдите по ссылке, используя ID участника и пароль от Access Marketing. Если вам нужна помощь, напишите письмо в портал поддержки. Все как надо есть. Так, все данные. Где Access Corporation, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google и далее. Теперь мы можем смотреть второе письмо, подтверждение в оплате, куплен новый продукт. Все отлично, уважаемый Геннадий, такой-то номер участник, ваша новая покупка подтверждена. Вы купили Meet Basic 30 дней Package с помощью кредитной карточки. Все. И вот и чек. Ну, все отлично. Все отлично. Геннадий, а теперь давай покажем, как воспользоваться данным продуктом. Заходи в кабинет Access. Это чек. Как вы видите, чек приходит. Вы можете это сохранить, распечатать. Сейчас заходим в кабинет по ссылке. Заходи на основной сайт access.com. Переведем на русский. Может, по прямой ссылочке marketing.access.com, а мы сейчас зашли именно с основного домена, с главного. То есть сейчас компания изменила лицевую часть сайта. Здесь ряд продуктов представлены, как витрина. То есть это как раз VideoMeet, вот с левой стороны мы видим. Это тот инструмент, который мы только что приобрели. Мы можем прямо отсюда зайти в VideoMeet. Но мы сейчас покажем, как из кабинета еще зайти. То есть здесь несколько вариантов входа. AppMart Pro тоже инструмент, это создание мобильных приложений. Дальше mobile.net. Компания приобрела завод по производству мобильной техники. Теперь производит еще мобильные гаджеты. Смартфоны, планшеты, часы, телефоны. Ниже Access Почта. Access Почта – это бесплатный инструмент. Любой партнер, бесплатно зарегистрировавшийся в Access, получает Access Почту. Очень хорошая почта, я уже начал пользоваться. GameSmart – это тоже новый инструмент появился. Это умные игры. На сегодня это еще бета-версия. В ближайшее время это будет основной тоже инструмент. И играя в игры, мы будем зарабатывать. И с правой стороны инструмент, о котором я узнал тоже на этой неделе, это Access Друзья. Это новая социальная сеть. Звонил в суппорт, сказали, что возможно там будет тоже какая-то монетизация. И мы как партнеры Access, кто будет в социальной сети, тоже будем иметь какую-то возможность заработка. Значит, внизу есть кнопочка Access Marketing, кликай на нее, и сейчас перейдем именно в кабинет партнера. Сверху можно выбрать язык и рядышком войти. Как вы видите, вот здесь есть номер телефона. Тот, кто знает, как звонить бесплатно, звонит по этому телефону в Соединенные Штаты, код 612. Да, звонки только по будням совершайте. По будням, войти. Да, вечернее время по Москве. Начиная где-то с 5 часов по Москве и до 11 можно дозвониться спокойно. Итак, как вы видите, я в кабинете. Этот кабинет, собственно, вход сюда был сделан где-то с того времени, как мы узнали, что инструменты проданы. Я встретился с Сережей, и вот сейчас я у себя в кабинете. Мы видим, VideoMeet был полностью обновлен при помощи нового сервиса MyMeeting, который перенесет ваш онлайн-видеоопыт на совершенно новый уровень. На первой странице, когда мы входим, мы видим сразу новости. Новости довольно-таки часто обновляет компания, поэтому желательно периодически заглядывать. Видеоролики компания выкладывает. В компании есть своя видеостудия в офисе, поэтому они все самостоятельно делают. И вот последняя новость как раз от 23 июня. Так, сейчас я вам быстро прочитаю, чтобы было ясно, какой сервис добавили. Встречайтесь, делитесь вашим жизненным опытом с друзьями и семьей, проводите деловые встречи, тренинги и трансляции до 1000 человек по всему свету.
Кастомизируйте ваш видеокоммуникационный опыт с яркими цветами и персонализированными профилями. Вы также сможете добавить ваш собственный логотип. Используя функцию демонстрации экрана и виртуальную доску для презентации в режиме реального времени. Не требуется никакого программного обеспечения для установки. Это видеосервис будущего. Очень крутой инструмент MyMeeting. Вот то, что было в iWave отдельно, вот здесь вот все вместе они как-то сделали, вообще шикарно. Мы вчера пробовали с партнерами, он 9 человек вмещает в режиме видео, и плюс еще там много слушателей. И вот что интересно, сразу на русском языке, потому что я поставил русский, так, если будет английский, я так думаю, что здесь будет английский текст, так я понимаю. Да, все сделано соответствующе. Все понятно. И что вот интересно, мы сразу можем поделиться своим кабинетом. Смотрите, стрелочка стоит, да? Мы можем поставить лайк, да? И добавить. Окей. Сережа, я сейчас хочу поделиться, чтобы люди видели, что сразу идет туда, куда надо, да? Давай попробуем. Окей. Ага. Мы можем поделиться Facebook, Twitter. Это Tumble, да, и послать по почте. Вот пошлем сейчас Facebook. Ну, отлично, это очень хорошо, сейчас отлично. Обратите внимание, мы уже отдали туда Facebook. Расшарили. Поделились, да. 3 секунды. Или закройте окно. Окей. Отлично. Так. Твиттер. Отлично. Поделились. Все, уже все знают. Все. Ну, хорошо, давай тогда покажем нашим слушателям, как выглядит этот инструмент, где его посмотреть, как к нему зайти. Давай. С удовольствием, я сам хочу увидеть, как зайти. Значит, подними вверх страницу, там есть меню, нажимай сервисы. Нажимаю. Ух, ничего себе. То есть, обратите внимание, каждая кнопочка означает какой-то один раздел. В каждом этом разделе есть много разных направлений, там много разных функций может быть. И то, что мы получили от компании iWave, это всего лишь одна кнопочка, которая находится слева внизу в углу под названием Video Meet. Все остальное это еще дополнение, которое вы получаете, ну, если захотите пользоваться. Я хочу тут добавить, что сразу пришло в голову, что этот продукт компании XS, это как магазин с большим количеством продуктов. Да. И это значит, что можно, передавая информацию об этой компании, найти пользователей с разными интересами. Кому-то нужен видеомит, кому-то нужен конструктор сайтов, кому-то нужна почта. Ну, в общем, только с этим можно работать 24 часа в сутки и находить клиентов 100%. Кому-то нужно обучение. Здесь компания предоставляет обалденные курсы иностранных языков. 25 языков на выбор. Плюс еще 2 курса по английскому языку, именно английский для бизнеса. 2 английских, да. Один американская версия, другой британская версия. Да, всегда надо помнить о том, что чем больше у вас предложений в вашем магазине, тем больше у вас вероятность
продаж. Если у вас только один продукт, то это одна история. Если в вашем магазине есть большой выбор, успех вам обеспечен. Да. XS как раз к этому и стремится. Он не зря туда еще игру вставил. И технические аппараты, да, телефоны, наушники, то, что каждый день нужно людям. Да, и для предпринимателей мобильные приложения можно создавать, заказывать через компанию. То есть обзор именно по каждому продукту и по кабинету я, наверное, сделаю отдельное видео, а сейчас мы покажем, как выглядит видео Meet. Давай жми на видео Meet. То есть то, что вы, за что вы заплатили. Но вы заплатили не только за видео Meet, вы еще получили бонусом хостинг на 10 гигабайт. О, отлично. Вот, и видите, теперь у вас появилась синенькая кнопочка, пятая, под названием My Meeting. Да, вот здесь мы видим наши предыдущие инструменты: видеопочта, видеоконференция, автоматическая рассылка и бродкастер, с чем мы уже знакомы. А теперь мы видим My Meeting. Нажимаем. Да, и обратите внимание, на русском языке, потому что мы зашли именно с русского языка сейчас. Да, и обратите внимание, что левая сторона колонки, она такая же, как у нас в Wai-Wai было. Так что преемственность сохраняется. Хочу вас даже укрепить в уверенности, что будет лучше, потому что работает та же команда, которая работала в Wai-Wai. Это я вам говорю 100%. Она работает в XS. Команда разработчиков. Команда разработчиков, да, под руководством Майкла работает в XS. Значит, все будет в порядке. Отлично. Это очень важно знать. Тогда уверенность есть. Есть. И вот смотрите, я немножко уже просто видел этот инструмент, тестировали. То есть по умолчанию нам уже создали видеоконференцию, и мы можем нажать кнопочку «Начать встречу», и откроется конференция. А можно еще, вверху есть плюсик, и создать еще встречи. То есть получается много встреч можем создавать. Много разных комнат. Так мы можем сейчас нажать на встречу? Да. Нажимаем, да? Да, нажимаем. Так, а что такое «Выберите инструменты»? Нажимаем. Угу. «Настроить встречу», «Завершить встречу», «Выберите действие», «Отправить приглашение», «Ссылка для гостей», «Ссылка для участника». А участник этот, человек, который будет сидеть на экране. Нет. Правильно? Да, получается, участник это который с видео, их 9 человек может быть. А гости, они только текст могут писать в чате и слушать. Опять-таки, владелец этой комнаты, он может менять статус гостя на участника и наоборот. Ясно, как бы пригласить его на сцену, скажем так. И тут еще прикольная фишка есть, то что если ты в статусе участник, там есть доска, на которой все 9 человек могут одновременно рисовать. Ну, это круто, конечно. Я такого просто нигде не видел, чтобы можно было. Ну, прикольно получается. Ну да, то есть не просто дискуссия, а еще с показом каких-то рисунков, доказывающих. Да, обсуждение, то есть инструмент, вот, допустим. То есть он приближенный к реальной жизни. Мы же каждый, если будем вступать в дискуссию, говорить, кто-то будет пытаться рисовать, показывать. Ну, очень, очень классно, да. И там и поделиться документами, видео можно. Ну, нажми «Начать встречу». Нажали. Дизайн тоже симпатично сделан. Отлично. Так. Разрешить, да? Да, разрешить.
Вот. Но он автоматом по умолчанию камеру включает. И еще вон вверху разрешить. Сейчас у тебя камера включится. Сейчас слышно меня? Отлично слышно, да. А тормозится? Ну, то, что он тормозит, это одновременно мы и Skype... По скайпу общаемся, еще с видео по скайпу, с видео с показом экрана, и здесь. И поэтому это уже нагрузка идет на компьютер и на поток интернета, на трафик. Поэтому будет тормозить, естественно. Понятно. Вот. Так. Ну, отлично. Отличная комната. Справа сверху там написано «Пригласить». Угу, пригласить, видим. Вот, если нажимаешь, там две ссылочки будет. Вот нажми, покажи. Нажал. То есть участник, либо гость. И выбрали ссылочку и передали своему человеку любым способом. Отлично. На крестик закрываем. С правой стороны чат у нас двигается. То есть можно шире, уже сделать, потом выше, ниже. То есть можно мышкой подвигать. Там смайлики есть, несколько штук. Вот. А с левой стороны у нас колонка с инструментами. Верхняя — это видео. Идет. Потом карандаш — это интерактивная доска. Дальше поделиться документом. И дальше поделиться рабочим столом. То есть можно показать экран. Вчера пробовали, гоняли эту комнату, в принципе, все показывает, отличная картинка, вот, проблем вообще не было никаких. Это настройки? Да. И выход, ну, назад вот. Возвращаемся. Назад и выйти. Выйти. Ну, все отлично. Я желаю всем успехов. Один месяц 100% надо попробовать все, интенсивно поработать и рассмотреть всю компанию целиком. Все кнопочки понажимать, посмотреть возможности. И вот еще хотел я добавить, обратите внимание, в сравнении с iWavi, компания XS на рынке, скажем, с 2011 года, правильно, Сереж? С 2006 года. С 2006 года, 10 лет, идет развитие, практически не останавливается. Ну, и, остановка да? была. Остановка была во время федеральной проверки в США. И потом, ну, конечно, компания долго восстанавливалась, потому что после такой серьезной проверки. Вот я 6 лет в интернете, было много разных компаний, которые проверяли. Ни одна компания не работает после проверки. Ну, вот это как раз и подтверждает то, что у компании устойчивый период уже состоялся, так, и мы видим по тому примеру, что они приобрели производство инструментов физически, отлично. И то, что туда перешла команда программистов iWavi, еще больше укрепляет уверенность в том, что мы здесь время не потратим зря. Вот желаю вам всем успехов, все рассмотреть внимательно и двигаться вперед. Еще я добавлю то, что в прошлом году компания выплатила своим партнерам по плану акционирования за долевое участие. То есть выплатила в один день около 16 миллионов долларов. Вот. Вы все знаете, что появляются разные компании, которые предлагают вам приобрести якобы акции, но по факту 6 лет в интернете вот я нахожусь, зарабатываю. Больше никто обязательств не выполнил. Перед своими участниками зачастую собирают деньги и исчезают. Ну да, по разным причинам. Да.
Значит, друзья, подписывайтесь на канал Геннадия, подписывайтесь на канал мой. Ссылки на каналы будут в описании под этим роликом. Если вам дали этот ролик, регистрируйтесь к тому человеку, который вам этот ролик дал. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Да, я хочу еще добавить, после регистрации сообщите нам, что вы зарегистрированы. Мы добавим вас в чат. Сережа Чураков ведет чат, постоянно напоминает о новостях. И это сейчас очень важно. Важно нам для того, чтобы мы были здесь, в этой компании, успешны. Все, ребята, всем привет. Всего хорошего. Удачи. Да. С вами были Геннадий из Филадельфии и Сережа из России.